меня здесь рулеток нету. Ну и все, начертите. Так, ты еще спинку держи. Внимание! На 10-й забег соревнуются будущие мужского повреждения 100 метров. Прослушайте результаты. Владислав Бугров, город Советск, 12-9. Воеводин Кирилл Суворов, 15-4. Грибков Виталий, 15-7. Лидер по всем городу Суворов, 16-9. Зубарев Евгений, 11-08. Ради интереса, вот я сравню с собой просто. У меня 12 копеек.
15 копеек. Но я им дать яйца. Нет, ну один круг она. Я-то планировал ей два, но вот внимание! Так как получилось. 12.40, что ли, вот так. 13-12. Ну, наш лёпает видов всей по первому разряду. Ну, понятно. Не, ну я старик, поэтому я для сравнения. Для сравнения. Говорит, просто, если уж нужно готовиться хотя бы месяц, там, на стадионе бегать, это самое, ну, отрезки какие-то, чтобы... Я говорю, да ладно, ну что ж, я 2:10 не пробегу. Не, говорит, не пробежишь. Я говорю, ну, блин, я говорю, если я подготовлюсь, я говорю, 2:10, там, 2:9, по-моему, первый разряд у них, да, на 800. А сейчас вот тоже бегал, думаю, так я чуть-чуть специальный. Алена, во сколько вас, Алена? Во сколько? Думаю, специальный поделаю. Попрыгал этим, ну, толчками. Чтоб колено начало. Внимание! Вот в этом месте. Вот. И такое ощущение, знаешь, вот как вот так крутишь, блин, как будто... Сколько? Там... А ты разбить, что не делал? Разбить. Евгений Зубарев. Вот там вас будут забирать, там вас будут... Прослушайте результат далее. Ефимов Александр. 10.7 результат. Зарцов Сергей. 12 секунд. Федотов Андрей. 12.8. Архипов Кирилл. 12.4 результат. Итак, готовится к старту финальный замен девушки 95-й и 96-й рождения. Первая дорожка. Наталья Никишина. Номер 78. Предварительный результат 13.4. Вторая дорожка. Анастасия Белоухова. Номер 1. 13.4. Предварительный результат. Третья дорожка. Дарья Гаа. Номер 30. 13.3. Предварительный результат. Мария Орлова. Номер 89. 13 секунд. Предварительный результат. Четвертая дорожка. Пятая дорожка. Ирина Родина. 693 номер, 12.9. Бакунина Любовь, шестая дорожка, 13 секунд, 595 номер. Придихина Виктория, номер 7. Седьмая дорожка, номер 3, результат предварительный 13.2. Восьмая дорожка, Оксана Скоробогатова, номер 80, предварительный результат 13.3. Ну как, Лен? Итак, на старте участницы финального забега 100 метров. Печально.